The RAISE Act ends chain migration. Администрация Дональда Трампа утвердила квоты на прием беженцев по статусу refugees, когда заявления подаются из-за границы через общественные организации. Планируется допустить 45 тысяч беженцев со всего мира в 2018 году. Программа стартовала с 1 октября 2017 года и заканчивается 30 сентября 2018 года. Также определяется количество планируемых на прием в США беженцев по странам мира. 19 тысяч человек из Африки, 5 тысяч человек из Восточной Азии, 2 тысячи человек из Европы и Средней Азии, 1500 человек из Латинской Америки и Карибского моря, 17 500 человек из Ближнего Востока и Южной Азии. Согласно данным Центра по приему беженцев Государственного департамента США, в 2017 году в страну по программе Refugees прибыли и легализовались 53 605 беженцев из разных стран мира. Приток новых иммигрантов обеспечивает стабильное развитие страны в области экономики. На протяжении многих веков США развивались за счет притока новых поселенцев.